вы знаете, актеры, конечно, очень выкладываются и на все 150 работают. То есть где-то. Но учитывая то, что сегодня первый день, как-то, может, еще и спектакль сыроват. То есть это как бы все это чувствуется, видно. А вы что называете сильные и слабые места этого спектакля? Что сильное, что еще самое слабое? Знаете, вот то, что режиссер задал какую-то определенную манеру игры, я считаю, что как бы актеры, может, еще не настолько еще нащупали это. То есть где-то в таком ключе. А сильное что? А сильное? Ну вот то, что они работают, действительно выкладываются. То есть вот это поражает. Просто. А у вас как? Мастерская работа, актерская, тоже согласна абсолютно. Изумительная работа женского состава. Просто великолепно. Спектакль для меня, он такой вот. Я не очень поняла, почему это комедия все-таки. Но когда там вот мы пообщались, для меня ну как-то немножко все на место встало о том, что коллапс уже случился. Мы так объяснили. Но на самом деле, когда вот они где-то больше к человеческому обращались, мне вот это больше поехало. Вообще интересный спектакль. Пока для меня он, скажем так, пока еще неоднозначен. Ну, потому что сразу там говорить, вот это всегда сложно, понимаете, надо они немножко. Вроде бы легкостью, да, если они берут как камень, я не хватит, немножко легкость, немножко нажим такой вот. Вначале немножко утомило меня, а потом вроде как, когда они. Не, ну учитывая, что это первый день, как бы все это. Вообще, ваши спектакль, он. Я думаю, что они еще наберут. Играется, он не очень хороший. Спасибо большое. Хороший. А это для чего? Спасибо.